А в Астане определили победителей конкурса среди журналистов «Профессионалы будущего». Организовал его холдинг «Косыпкор» для того, чтобы привлечь внимание общественности к вопросам развития технического и профессионального образования и подготовки кадров. В итоге в финал было отобрано около 100 работ. И сегодня названы лучшие. В номинации «Лучший телевизионный материал» победила наша коллега Айнур Куат. В своей работе я постаралась полностью рассмотреть техническо-профессиональное образование в стране. Я считаю, что эта победа не только моя, но и всей команды нашего канала. Поэтому поздравляю всех с нашей победой. Сейчас меня переполняют эмоции. Это очень значимая победа для меня. Я очень рада.